Во вторник в Самарской области солнечно и без осадков. Днем минус 2, минус 5 градусов, ночью 6-8 ниже 0. Ветер преимущественно юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление повысится. В Сызрани ясное небо, в дневное время 3 градуса с минусом, ночью минус 7. Ветер юго-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 3 градуса, ночью минус 6. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясный день без осадков, легкий морозец, минус 4, ночью 8 градусов ниже 0. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.